Да, на здоровье. Отбежал от палеты, меня к ней притянуло, и, естественно, ничего не скинулось. Я обожаю эту игру, спасибо. Да на здоровье. Ладно, я под стоимость сейчас буду готовить или выскурить и борщ. Я так понял, под стрим имелось в виду, да? Сука, вот это было. Вот это было неожиданно. Да-да. Ага, удачи. Блять, а что? А как мы вылезли из этого дерьма? Я что-то понять не могу. Как мы из этого дерьма выбрались? Слушай, ну если мы сейчас не зачиним, и ман не прям чтоб сильно поймет, где мы, то в принципе есть надежда, что кто-то в ворота выйдет. Походу я один ухожу, у меня есть такое ощущение, если честно. Может быть тут где-нибудь крюк будет, не совсем рядом. Ясно. Знаете, вот челюстником Андрей, мне кажется, ну не надо с ними играть. Ты что, охуел? Не то чтобы я что-то против Андреев имел, но просто вот эти никнеймы а-ля просто имя, вам, мне кажется, что-то ужасное. Да-да-да, вот Андрей, пожалуйста. Типичный Андрей. Не дай бог ты, сука, я тебя встречу, блин, ты пизда сразу. Вот-вот, против Андрея ничего иметь не надо, я ничего и не имею против Андрея. Это, кажется, Андрей что-то против меня имеет. Вот имя Роман. И Роман вообще классное имя. Я бы так назвал ребенка своего, но... Но если это будет девочка, будет не очень круто, да? Вот. А если парень, то как-то я не люблю, когда Роман Романович Романович Романович. Миллер. Блять, да... Перк не реализован. It's so fucking deep. Я даже... Не, я не был. Я не был за катушкой ёбаной. Я вообще не был. Выше головы! И что это мне далось сейчас? А что мне это далось сейчас? А, я типа должен был еще раз гибко... Я нихуя не понял. Ну да, с гибкостью это залупа конская, извиняюсь. А я думал, я должен был в принципе ускориться, ну как со спринта. А он, оказывается, просто усталость отменил. Животное, блять, на Рената. Нахуя он палету скинул, блять? Вот есть вопросы к человеку? Вот у меня дохуя, если честно. Так. А. А где ты? Ты чё, всё, нет, блять, вообще палет никаких? Нет. Да, три фейс. Я думал, хоть одна из них экзиста. Я подумал, что...
Вот это? Без Адрика, конечно, сложно. Блять, это просто превосходство, нахуй. Ну ладно, да превосходил, что говорить. А чё, в смысле? Вернись! Арви охуел там? Он теперь знает, что я не скидываю. Ну он хорош, он думал, что я, короче, буду типа фейкать до конца. Вот, но я решил такой, да похуй. Да, лезет. Не буду, я даже сейчас лачу не буду скидывать. Чтоб вы понимали, блядь. Ты за кого вообще меня принимаешь? Ты, блядь. А может там наед? А может быть... Дан-дан-дан-дан. Ти-ри-ри. Пусть кто-нибудь проверит на наед. Лачу в Next, уважаемый. Я согласен. Да. I know you for it in the ring. Давайте вот не скидываем просто до Таловос, насколько его хватит. Просто до Талова не скидываем, насколько меня хватит, ладно. Ладно, насколько его хватит. Насколько его хватит, проверка Демогаргона. Ну все, в принципе, пойдет. Как заставить Сурвов скинуть палету? Надо, короче, знаете, как надо сделать, чтобы когда Сурв прибегает палету в третий раз, она автоматически скидывалась. Вот. Это ж как с окном. Ты ж третий раз прыгаешь, оно автоматически закрывается. Так же с палетой надо, чтобы она просто сама брала и скидывалась. Нет, лучше, чтобы она блокировалась была. Или ломалась нахуй просто. 69-й МакТомас. До свидания.
Успею? Успел, проверяйте. Сосать, блять, маромойка. Похуй. Вообще похую. Ой, какой-то твич на вот этой вот Хекс Холли Щит Дюд. Приветствую, путник, рад тебя видеть на своем канале. Задержись, я уверен, тебе здесь понравится. Маленький стример и начинающий АСМР-тист. АСМР-тист. О, подожди. Greetings, traveler. I am glad to see you on my channel. Hold on. I'm sure you like it here. Welcome to America, right? Chorico, Rakimakan Challenge. Блять, это пиздец. Это пиздец. Нет, ну стример понимаю, но... Что такое начинающий АСМР-тист? Причем не АСМРист, а АСМР-тист. Как дантист, там, гачист. Да ладно, это всего вторая торговка за стрим. Их же не будет 10, правильно? Ну, правильно же. Да. О, чел выпиливается. О, это начинающий АСМР-тист выпиливается, кстати говоря. Совсем-совсем начинающий. Охуеть, понял. Ладно, не вопрос. Где ходит, блядь, детектив Тэп? Да хватит тэпаться! Да заведите в этот ген уже чертом. А, ему похуй, понял. Не могу ослепить, к сожалению. А я добегу до палетки? Можно мне сказать, что отмансил? Полтора гена завели. А еще? Ну завели. Без
тебя ориентация, север. Я хочу, чтоб ты верил. Я хочу, чтоб ты плакал. Сколько я кругов здесь дал? Что-то я понять не могу. Сколько кругов здесь дал? Как вы стимулируете ваших зрителей? Массаж простаты, как еще? О, топчик, обожаю эту конструкцию. Простота или Красота в простате, я считаю. Обожаю эту фразу. Ты меня типа не выпускаешь или что? Я понять не могу. Проверьте на наед. Я думаю, что у него наед. У меня есть такое... Челик палетку там поднимает. Где много ГВП, я понять не могу. Ебать. 28, 24, 20. Как тот чел, который вот это вот с такими шарами лысый, блядь, смотрит. Почему я так повезло с картой? Третья торговка за стрим. Ну, чел. Ой, бля. Как ты охуела? Я на спринте был. Так, о, понял. Заебатая комнатушка. Я в еще одну заебатую комнатушку, кажется, пришел. Ломай, ломай. Мы ж, блядь, миллионеры. Да, пизда-то нахуй. Все, как я люблю. Вот бы еще видеть чего-нибудь, что я ничего не вижу. Так, закрываем?
Угу. Ну, я на адреналине убегу, кстати, но чё толку? А, у меня же... Ебать, адреналин брейн, я бы сказал. Клода, найс этот. Найс хит словила. Блять, это не катки, это недоразумение какое-то, если честно. О, вот это белясик. Куда поехал? Давай, брат, последний забег. Да, блять, я за тобой бегать, что ли, должен? Последний забег в начале матча, насколько ты в рандомов не веришь? Не, не верю вообще. Разве в них вообще можно... Разве в них вообще можно верить? Да идите вы нахуй, а? Я не попадаю так в пилой, когда беля за беля сыграю. Ты шо, прям лезешь? Серьезно? Опять торговка? Нахуя я регаю катки, блять, если это торговка? Можно и еще больше эффектов. Ну там, знаете, помимо незаметности, еще можешь какую-нибудь хуйню, можешь и невидимость дать. Давайте дадим ей невидимость. Почему вот у нее незаметность? Охуительные тайминги, да, мне понравились. Сосать. Я сказал, сосать. О, не... Да не надо мне хита было. Охуеть, выиграл катку. Выиграл катку, проверяй.